До выхода не добраться, это значит мой спасительный рассвет или закат. Всем привет, дорогие друзья мои, с вами, как всегда, Алекс и игра-шедевр «Побег из Таркова». Это игра и выживание, и шутер, и можно так сказать, это Dark Souls в жанре шутеров. Это супер-пупер наслаждение для пабгеров и любителей хардкора. Почему? Да, потому что если вы новичок, как, собственно говоря, я, готовьтесь откисать тут очень много раз. Значит, начнем мы с вами свой путь выживания, хардкора вместе с самого-самого дна, с самого нуля. В этом ролике я покажу тебе свой первый день в Таркове. И, надеюсь, не последний, потому что ты поставишь много-много лайков и напишешь мне в комментариях ценные советы, которым я, конечно, буду очень рад. Погнали в первый день Таркова! Итак, ребята, что у нас с персонажем, значит, в Таркове здесь происходит? Офигеть, что происходит? Это у меня рюкзак уже есть, да, и вода есть. Значит, это я, да? Я нулевого уровня, да, я вот сюда вот пришел и буду вместе с вами как бы учиться выживать и показывать, соответственно, этот шедевр, эту игру. Значит, это мой схрон, нифига себе здесь много чего есть. Разгрузочная нагрудная система, значит, да, это вот это вот, ага, она у меня стоит тут, значит, одна уже, да. Это, судя по всему, бронежилет, значит, с чего начать, даже, ну, если у вас нету этого всего, да, или, ой-ой-ой, а это чё? Если у вас этого всего нету, да, то, ну, в любом случае, я предлагаю начинать с дикого, конечно. Здесь вот и... рюкзак, опа, и броник какой, бронежилет. Штурмовой, смотри, даже для причиндалов защита какая-то есть. Значит, шлем ЛШЗ, я не знаю, что это такое, значит, ну, если вы новичок, да, и пришли сюда, ёлки-палки, значит. Лучше всего играть за дикого. Значит, что по здоровью? По здоровью у нас все хорошо, по умениям у нас все плохо, потому что у меня первый уровень, я только-только пришел. Карты у нас нету, и покупать тут ее, мне кажется, не стоит. Так, значит, что мы делаем? Первым делом мы поиграем за дикого, значит. Так, побег из Таркова. Вот он наш дикий. Дикий нужен для того, чтобы участвовать в рейде, да, и носить, значит, носите, если мы сможем вынести что-то, да, носить, значит, какой-нибудь хлам приносить. Выберите время суток, не, ночь я что-то не хочу, вот это, пожалуйста, мне день. Ну и далее, да, так, далее, так, завод, значит, готовьтесь к побегу. Алекс Гейм, значит, Николай Бухгалтер. Ну, по глазам видно, что он бухгалтер, значит. 100% бухгалтер. У меня даже там в скроне есть такое для бухгалтерии, что-то очень хорошее, да? Бухгалтерское, значит, такое. Явно бухгалтер я, да? Посмотри на меня, я явно бухгалтер. Значит, тут мы будем, скорее всего, с таким оружием, с которым дадут, либо вообще без оружия, ну, либо с каким-нибудь пистолетом, да. Так что, ребята, вы часто меня просили, да, экшен, шутеры, выживание, значит. Здесь вам не Warzone, конечно, да, я уже говорил, может, не говорил. Значит, здесь надо первым делом выжить. Выжить и сбежать. Ну, вы никуда не сбежите, но только к своему скрону и начнете опять все заново. Как бы полностью сбежать от этой игры не получится. Однозначно не получится. Но мы постараемся сейчас за дикого сбежать. Значит, итак, погнали. Найдите зону выхода. Значит, я дикий. Так давай на графику посмотрим. Я здесь первый раз. Так, освещение. Освещение и тени. Знаешь, проработаны неплохо. Опа. А звуки вообще хорошо. Значит, мы не одни здесь. Так, у меня дробаш какой-то, да? Опа, вон кто-то бежит.
Ёпта. А пролезть я не могу сюда, мол. Значит, мне кажется, сейчас мы отведаем здесь. Перелезь. Пойдем наверх, я не перелезу здесь. Какое освещение, а? Так, я об умывальнике, я все запинаю здесь. Не просто так лазить, значит. Так, кстати, еще и на максимальной графике, видать. Играем, потому что я не переключала там. Совсем все высокое стояло. Опа. А, нет! Вот и все. Вот и кончился дикий. Так, значит, если дикого убили, да, то у вас еще вот 18 минуток там, да, 19, может, я не знаю сколько. Значит, вы за него играть не сможете. Значит, вы сможете за ЧВК, значит. Давай за ЧВК, подожди только, давай, подожди. Давай мы за ЧВК сделаем, да, он совсем голый. Возьмем хоть что-то, какое-то оружие. Хоть какое-то, какое не жалко. Вот это, я думаю, не жалко мне особо. Так, да, какие патроны к нему, потому что я, как бы говоря, не в курсе. Пистолет-пулемет 1901, 9 на 19. Ну, это вот это, наверное, да, 9 на 19. Только обойму надо взять еще к нему, желательно, да. У меня здесь что? Какие-то от калаша, кстати, чего не здесь, не знаю. Так, это 9 на 19. Возьмем одну обоймочку, да. Она заряжена, да, вот. Вставлять нельзя здесь так. Возьмем бронежилет какой-то простенький. Наушники. Я не знаю, что делают наушники. А, здесь вот такие где-то есть даже наушники. Ну, таких бронежилетов у меня много, да. Как бы, ну, мне не сильно жалко, даже если я потеряю. А я потеряю, да. Гранату можем взять на всякий случай, да. Патроны мы сюда положим. Это тритон, это такой крутой, да. Они все тритоны. Я думал, может, попроще какой-то есть. Так, а вот это что такое? Что она дает-то? Инфракрасная балаклава. Да, не надо мне балаклава. А вот еще такие наушники у меня есть. Гарнитура. А это активные наушники. Чем отличается гарнитура от активных? Шлем. Шлема у меня маловато здесь, да? Однозначно маловато. Слушай, вот пистоли есть какие-то. То есть вот за дикого мы сразу, кстати, нарвались походу на игрока, да? Вот сюда пистоль есть, да? Он чем стреляет у нас? 9 на 19. А что, такими же? И это 9 на 19 ппх. И это 9 на 19, да? Ну, пистоли, наверное, у нас своя обойма. Это что у нас? Не, это уже для АК. АК мы брать не будем, значит. Короче, пойдем такими, без шлема, голыми, да, потому что как бы... А, вот эта сумочка, это значит... Всякая фигня здесь, да, это подсумок, который не сгорает, то есть, который я не потеряю, да. На тебе вместо шлема кепочку оденем. Значит, и пойдем. Я абсолютно не знаю карту, ничего, так, ЧВК... ЧВК, да, ЧВК, давай, завод, лес, я не знаю куда, поселок, резерв, маяк, терминал, я не могу, да, мне либо завод, либо лес, либо таможня, либо развязка, ну, давай лес, я не знаю, хочу посмотреть на лес, время суток, ну, конечно же, желательно день, включить офлайн режим для этого рейда, внимание, в офлайн режиме не сохраняется ваш прогресс, а зачем мне включить офлайн режим? Да не, мы так пойдем. Так, прапор что-то говорит там. Возврата очень медленно, исключения нет. Выберите застраховать. Все, что застраховать? Активные наушники, вот это застраховать я могу. И сколько мне это, 17?
Вы уверены? Не уверен. Ладно, далее. Не хочу я страховать ничего. Готов? Готов, значит. Да, готов. Алекс Гейм готов к получению, значит. Оставшееся вращение, значит, идет загрузка. Погнали в лес. Итак, значит, готовимся к высадке. А куда нас высаживать будут, я не знаю даже. Я понятия не имею, но мы начали с самого-самого низа здесь. Выход, ворота завода, ворота, так, я понял. Я надеюсь, тут со мной... Что здесь написано? Мины, значит, так, я верю. Звук, значит, здесь в игре проработан неплохо, да, несмотря на то, что у меня звуковая, а не дешевая. Но все равно я слышу эти камушки под ногами, да, но бегать здесь, конечно. Так, это наш прицел. Как переключать, кстати, я даже не знаю. Обычно на V, да, на C мы садимся, на X ложимся. На F ничего не делает, на R перезарядка. Перезарядка на U у нас. Что-то я не понял. Так, ну стрелять мы не будем пока, да? Я даже клавиатуру еще ничего не выучил здесь. Вот. Просто, блин, зашел. Игра мне понравилась своей графикой. Посмотри на эти сосны, а? Не, ну конечно, на такой графике, наверное, вряд ли кто играет. Потому, мне кажется, в таких играх надо ставить все. А что ты так... Бежишь на минимальное, да? Хотя, опа, текстурка прорисовалась. Движок Unity здесь. Это как бы сразу видно, там мины. Стоит. Я даже не знаю, где меня резнуло. Поэтому, как таковой карты, кстати, если кто надумал спросить. Карты в этой игре нету просто. Опа, это кто там? Это что-то прорисовывается. Прорисовка нет. Это чувак там, значит. И не один, смотри, да? И еще один. То есть их там много, бля. Смотри. Пах-пах-пах-пах-пах-пах. Да, ну пах-пах-пах с такого расстояния, как бы. Делать не знаю. Это такая крысиная игра, да? Здесь надо крысить. Потому что если вы думаете, что, значит, как в Warzone здесь можно пойти, побегать, да, я так не могу, мне надо вот спуститься сюда. Как это работает? Так, это вот так работает, да? Ну, я сейчас плюшечку получу, как в Warzone здесь не работает, значит, тут все крысят, все бегают, все ходят. Я знаю, что их минимум 3 человека я видел, да, они пошли сюда. Они пошли сюда, значит, да? А ты, кстати, не забыл ничего, да? Не забыл, пока я на смерть здесь крадусь. Прожать свой лайк! Это по мне работают! Не забывай прожимать свой лайк, значит. Так, они где-то здесь, да? Или дальше пошли? Я не понял, откуда. Стреляют по мне явно. Значит, по мне явно видят меня. Прицела как такового, кто камушка есть. Тук-тук. Кто там? Ну, выходите уже, а? Да я пойду за дикого. Значит, лучше всего здесь играть за дикого в самом начале. Потому что вот это я можно потерять все, да? У чувака может граната быть. Какая-то. Вот он пострелял, да, со своей норки откуда-то. И все, значит. И спрятался. А там еще где бежали трое. И они могут явно меня где-то поджидать, значит. Не то, что поджидать, да, они... 100% будут поджидать меня, значит, где-то, да? Мне надо было уходить в лес куда-то. Опа, это кто там? Я еще не понимаю, где игрок, а где текстуры, значит, да?
Не, то кусты, да? То кусты, чувак. Работал под камней где-то, да? Я не знаю, успею я убежать или не успею. Но сидеть мне, знаете, мне не сильно. Пабгерские такие игры заходят. Как бы, ну, эта игра, она не только пабгерская. Здесь надо выжить, значит, да? Это прежде всего выживание. Я вот ничего не слышу, кстати. Возможно, звук надо подправить, погромче сделать. И ничего не вижу. И, кстати, не в курсе, куда бежать здесь, потому что я первый раз, первый день вместе с вами здесь. Вообще, самый первый, наверное. Опа, блокпост, так. И там мины. Там тоже мины. Значит, табличкам здесь лучше верить, наверное. Я так думаю, да, если написано... Опа, я завод какой-то вижу. Там, наверное, выход есть, да. А здесь мины, значит. Видишь, таблички стоят, и я туда не пойду. Значит, я где-то совсем на краю зоны резался. На краю карты этой, да? Так. Опа. А как мне туда перейти? Так, ну походу мне надо... Ага, вон домики там где-то есть. Вот тут такой open field, я не знаю, что если бы... Вон, сюда зашли игроки, да, меня бы просто они снесли бы сейчас. Так, я устал походу, да? А если я прилягу, я смогу отдохнуть? Я прилечь здесь не могу. О, прилег. Так, ага, я, когда я прилег, значит, я больше отдыхаю. Значит, значит, за дикого нам не повезло. Но, ребята, если вы купили игру, значит, зашли, вам надо за дикого поиграть, насобирать лут. Да, в принципе, я буду играть за дикого тоже, да. Это такой обзор, вот. Это обзор прям с самого нуля, когда ты купил, да, и хочешь понаслаждаться этой игрой. Хочешь понаслаждаться. Так, а куда же эти трое убежали? Там их трое или четверо было, да? Может, один сзади остался и по мне стрелял. Хотя вряд ли. А что, болото здесь какое-то? Чувак, это... Вот со звуками, значит, да, со звуками здесь все хорошо. С движениями, ну... Движениями тоже, как бы, мне нравится, да? Мне нравится. А вот подрисовать разработчикам здесь есть что еще. Да, деревья, вот деревья, они хорошие, но... Но, ребят... Не, я понимаю, если будет много иголочек рисоваться, значит, там, на одном месте, то компьютеры, значит, не выдержат. Опа, а здесь у нас лесопилка, да? А выход... А вы не помните, ребят, что в начале ролика там писали в начале этой катки? Лесопилка тоже выход есть? Вот я не знаю. Ты мне пиши, если что-то я делаю неправильно, потому что я первый раз, да? А я, соответственно, то есть помогу тебе, да? Допустим, ты будешь первый раз заходить, опа, ролик посмотрел и уже понял примерно, что здесь да как. Но, значит, скажу тебе сразу, боль, значит, здесь будет постоянная. Ты будешь постоянно вначале умирать, пока не насобираешь какой-то классный лут. Безумно классный лут. Ты будешь постоянно здесь умирать. Кстати, здесь и дикие есть, и игроки есть. Дикие — это боты, но не всегда, да? Мы можем играть тоже за дикого. Где схроны, я здесь не знаю. Опа, елочка опять нарисовалась. Смотри, дистанция у меня стоит, дай боже, в игре. Я когда заходил, я смотрел графика, значит, у нас максимум. Дистанция максимум, но прорисовываются они как-то. Возможно, надо поставить на среднее, потому что между средним и максимум... Нифига себе. Так, ну здесь очень плохая идея прятаться, здесь ничего нету, кроме бревен. Так, а там, значит, игроки сидят, да? Опа. Смотри. Блин, ну вот эти рассинхроны, да? Один туда пошел, один сюда. Они захотят меня обойти, да?
Обойти захотите, да? Обойти Алекса и убить? Да я ж первый день здесь! Чё-то мне страшно становится здесь. Двоих видел, не знаю, те это, не те. Ёпта! Я не знаю, куда мне отступать здесь. И на какую дистанцию эта ППшечка активна? Вот что меня интересует. И куда идти, тоже не знаю. Где выход здесь? Да я здесь и лута особо не собрал, да? Так, не, лучше ходить. Блядь, он бегает так громко. Да ну на, ты кройся! Да сколько вас там? Да вы чё? Гранату кину! Гранату газовую кину, это точно игрок. Так, одного уложил я. Да сколько по тебе стрелять надо, в смысле? Сколько стрелять надо-то? Я не понял, что меня убило, если честно. Может, сзади кто-то обошел. Но их там очень-очень много было. Поэтому продолжим за дикого. Итак, я снова дикий. Так. Так, бежим. Что-то у меня как стекло какое-то здесь. Как будто бы это шлем у меня такой, да? Я не знаю, как инвентарь посмотреть. А, вот. Да, это шлем у меня, нифига себе, карабин вепрь, значит, ничего себе, спортивная сумка, бинт есть, неплохой дикий такой, поэтому и картинка такая размытая, да, у меня шлем немножко поцарапанный, так, это что здесь такое, выход что ли? Ёп, поиск как, подожди, на F, ёлы-палы, я выстрелил. Так, как тут обыскивать-то? Ага. Ага, надо изучить еще, я так понял, да? Изучить, потому что у меня ничего не изучено, значит, надо изучать, да? Мы с вами начинаем выживать, так. Вот это берем, вот это тоже берем, и вот это берем, потому что мы такие бомжарики немного, да? Кто здесь? Мины. Мины, я верю, да. Но в этом шлеме видно не очень так, оно все поцарапано. Возможно, если графончик, кстати, поставить на средний или минимум там, я не знаю, игра будет играться чуть-чуть по-другому. Но мне и так хорошо, как бы у меня есть все FPS, которые только можно. Я, кстати, не смотрел даже, давайте посмотрим. Так, ну, да... Как бы, блин, 97-120, ну, 97-120, ну, ладно, допустим, да, это хорошо, так. Здесь никого нету, да, вот так вот мы с вами будем выживать, то есть, играть лучше вначале за дикого, да. Так, есть шанс что-то вынести, да, хотя у меня лута там, дай боже, в принципе. Но и тратить его, как бы, вам не советую. Для начала как раз за дикого можно поиграть, сначала пристреляться. Здрасте. Все нормально? Чувак просто убежал. О, он меня, скорее всего, не заметил даже, я не знаю. Походу, недалеко убежал, наверное. Значит, тут полутал кто-то уже что-то, да? Может, и не заметил, я не знаю, тут что-то... Опа! Ха-ха. Это любимое место пабгеров, значит, вот это, да? Вот это любимое место пабгеров. А мы, кстати, пабгеров здесь, в этой игре,
Готовься, здесь очень много. Значит, двери открыть можно? Нет, так. Там, походу, Пабгер, который побежал, да, но что-то там, что-то ему получается. Кто-то что-то раздает, да. Давайте изучим эту локацию. Это у нас лес, да. Интересный лес такой. Интересный лес. Так, там как будто бы война идет. Это все я открывать не могу, естественно, да. Опа. Ну, здесь уже, походу, Пабгерюша наш обыскался все, да. Здесь обыскивать нельзя. Значит, вот такие сумки можно брать. Обыскивать. Значит, Пабгерюша пошел туда, и взрывы там у нас, да? Подожди, мы отсюда выходили. Значит, я никак к этому привыкнуть не могу, да? Оп. Ну, вот так слез хотя бы. А вот управление немножко деревянное, конечно, здесь, в этой игре сделано. Немного деревянное. Но это все-таки бета-версия. Значит, там все гремит, пылает и пыхтит. Поэтому пройдем мы через этот лес или не пройдем. Так, а я устал, да? Мне надо прилечь, отдохнуть. Вот, я отдыхаю. Я слышу взрывы, потом я очень устал, что-то прям вообще устал, да? Ну. Так я слабо отдыхаю, так быстрее отдыхает он лежа, да? То есть здесь лежа надо, я понял. Значит, пойдем через лес. Время у нас, я так понял, ограничено. Слушай, графика неплохая. Вот это замылено, да? Это потому, что у меня шлем здесь такой. У моего дикого, да? Дикий — это вообще рандомный чел. И смотри, если я сниму, допустим, его... Опа, смотри, какой графончик у нас. Не замылено, ничего, все красиво. Но мы его оденем, я надеюсь, он... Не понял. Перезарядка. А чё знак вопроса здесь стоит? Прошу прощения, у меня пуль не было. Я стреляю не очередью, да? Интересно, а я переключить как-то могу? Снять, разрядить, перезарядка, осмотреть. Так. Угу. У меня есть какие-то боеприпасы, да, осмотреть, установить могу. Перезарядка могу сделать. Ну, в общем, все надо изучать. А, у меня это, балаклава есть, да? Я, то есть, с дикого потом все снять смогу. Значит, там конкретно идет бой. Да, в этой шапочке, конечно, в этом шлеме видончик не такой красивый. Ну, я надеюсь, от чего-то он спасет хотя бы, да, от какого-то пистолета. Значит, карты в игре нету, поэтому двигаемся интуитивно. Я слева слышал, да, выстрелы. Вот что надо отдать должному, так это вот звуки. Здесь самолет! Звуки в игре довольно неплохие. Ёлки-палки, что здесь происходит-то в Таркове-то, а? Это самолет! Тут обыскать ничего нельзя, значит... Костер. Разрушенный самолет, ты посмотри, а. Ты видишь это? Это вообще красиво. Так, мне надо лечь. Насколько я... А, не, я не устал. А чё я не... Вот, бегаю, да? Я бегаю. Внутри вроде никого нету, да? А управление, значит, управление здесь надо привыкнуть, да? Управление здесь надо привыкнуть однозначно. Однозначно я здесь застреваю, да? Ну, это так, это Тарков. Опа. Взять. Мы взяли аптечку. Так, смотри, как тут прикольно, да? Ну, не совсем прикольно. У меня еще шлем этот. Сорг стекла, наверное, значит, сюда залезть даже можно, но я боюсь отсюда вылезти. Я смогу вылезти? Я смогу вылезти. Отлично, значит, что мы взяли там? Мы взяли аптечку какую-то, да? Осмотреть. Так, ладно, осматривать не будем. Я надеюсь, оружие у нас заряжено, потому что механики, я не знаю, как они работают. Это куски двигателя.
Вот это пятно в маске мне, я не знаю. А можно протереть ее как-то, я не знаю. Отполировать это оргстекло, что ли? Видимость через него, ну так себе, если честно. Но звуки в игре, да, звуки в игре проработаны, а вот модельки хотелось бы чуть-чуть получше. Да, и трава неплохо, неплохо. Трава неплохо, ее, она очень маленькая, так тут гора какая-то. Пройдем или не пройдем, значит. Самое главное нам найти выход и выжить. А, значит, мы уже лута какого-то насобирали, я не знаю, сколько стоит он, сколько не стоит, зачем мы его собираем. В итоге раз в полгода оно все равно обновляется. Хотя схрон у нас вроде большой, да, это, наверное, самый большой в игре, а может и не самый большой, не знаю. Я не специалист в этом деле, но игра выглядит довольно недурно. Недурно, там домики есть какие-то, да? Так. Я боком смотрю просто. Так, здесь не упасть бы. Я боком смотрю, потому что у меня, значит, оргстекло в шлеме моем. Не очень. А снимать я его не хочу. Слушай, здесь бы и шашлычок пожарить бы, а? Можно было бы, если честно. Значит, вот так, начали мы с нуля. Постреляли кого-то в этой прошлой каточке, да? Не за дикого, где играли, ну... Двоих, я не знаю, двоих, не двоих, одного уложил, но у него очень классная накидка такая была, да? Типа как из травы сделан плащ. Я не знаю, есть такое или нет такого, но мне вот показалось, она классная. Камуфляжная, так. Слушаем внимательно. А что изучить можно? Дрель, слушай, а зачем мне дрель? Дрель можно собирать. Так, пояс, опа, не обыскано. Не обыскано. Так, отвертка. Берем. А, кстати, подсумка у меня то нету у дикого, да? Так, я где-то что-то слышал. Здесь, значит, пабгеры могут быть везде, да? Ну, я уже привык, да? Если я умру как бы. Но вроде здесь не все обыскали. Изучить, так. Изучить. Главное, выход найти бы где-то. Сникерс. Это очень полезная вещь. Использовать. Мы можем использовать. Значит, я не знаю. Сникерс, бикерс это. Это не реклама. Так, за нахождение предметов я опыт получаю. Взять, так, это мы что? Чё мы берем? Чё мы набираем? У меня уже места нету просто, наверное. Это что такое? Похоже на какой-то... Так, подожди, изучить надо. Все изучать, значит. Все изучать. Это что такое? Молоко. Давай выпьем, я не знаю. Сахар? Да нафиг, мне сахар надо. А вот это что такое? Подожди. Это что такое? Сок. Так, ну... Ладно, сок я не знаю, вынесем мы, не вынесем. Мне нравится еще, да, как бы... Понять бы, куда идти и где выход здесь, было бы вообще и круто, да? В домиках, в любом домике может сидеть у нас чел, значит. 100%. Так, а что здесь забито-то? Как пройти-то, а? Как пройти-то? Теплица какая-то. Поэтому стоит слушать, да, потому что пабгеры здесь везде есть. Ладно, вроде здесь никого нету, побежали дальше. Дальше мы бежим, здесь пруд какой-то был, да? Но он высох, к сожалению. И рыбы здесь тоже нету. Так, бежим. Я на самом деле не сильно знаю, где выход. Ничего себе, здесь речка. Мост. Может, там выход.
у меня. Я не знаю, где у меня выход здесь. Но, значит, у людей выход свой, значит, у диких выход свой. И я сильно устал. Ну и где мне прилечь здесь? Ну давай здесь вот возле мусорки, как бомжара, приляжем в кустиках, отдохнем. Да, именно так, с автоматиком. Именно по-пабгерски отдохнем мы здесь. Все, вставай. Вставай, солдат. Значит, тут остановка какая-то. Так, здесь мне не нравятся эти таблички уже. Снайперы, значит, мы сюда не идем. Осторожно, снайперы. Я понял. Я понял. Карты здесь нету. Я понятия не имею, где здесь выход, но у меня есть время еще, да? Значит, я могу пойти еще туда, посмотреть, что там есть, да? Вот оттуда мы пришли. Я, в принципе, ориентируюсь. Можно пойти по речке и глянуть, что у нас там. Вон даже дорога какая-то есть, но по дороге я что-то не хочу идти. Мне шибко не очень идти то по дороге. YouTube вам, кстати, пережмет, все равно качество это немного. Да, у него есть такое. Опа. Это я. Это я по веткам, значит. Я. Я забыл в начале ролика, надо запоминать. Что нам говорят, где выход, но карту-то я не знаю. А узнать ее, ребята, можно только одним способом. Значит, бегать и откисать за дикого, да? За дикого вы изучите карту. Потому что если вы... Он меня не видит. Он меня не видит. Бля! Ёпта! Ты первый начал! Ёпта! Так, Ляш. Давай поищем, что здесь? Йо, я офигею, он меня не видел. Что у него есть? О, ничего себе. Изучить, что это такое? А у меня места нету, да, куда ложить? Так, подожди, вот это говно можно сюда переместить? Так, мне надо аптечка, да, там, что там у меня, вот, использовать. Вот это я хочу сюда положить. Нормально так. Пришел я, значит. Карманы, это в карманы нельзя, да? Так. Влезешь сюда? Не, ну... А, вот сюда влезет, ёлки-палки. Значит, пистолет влезет сюда. Очки влезут сюда. Здоровье. Чё там ты кашляешь? Голова, ничего себе. Использовать. Давай, нож влезет сюда. Я не знаю, зачем мне нож надо. Это что такое? Шапка. Добыча, уши. Так, мне совсем плохо. Он мне попал, да? Походу я с этого рейда, значит, так, использовать сок. Выпью побольше, дабы никому не досталось. Так, голова у меня уже лучше использовать. Грудная клетка, живот, что там, блядь, давай, давай, используй. Так, левая рука, так, все, использовать еще, давай. Давай, использовать, лечись, короче. Левая нога, правая нога, здесь вообще что-то. Перелом, боль, это... Да ладно, это все из-за этого? Гвозди, сахар, использовать все. Я не знаю. О, бинт у меня есть еще. Ёпта, мы живем, мы еще, может, выживем, я не знаю. Сахара используем. Сахар что-то делает. Бинт. А что бинт нельзя использовать-то, ёпта? Алло, а что, мы перебинтоваться не можем? У меня нога там прям. Осмотреть. Останавливает слабое кровотечение. Так у меня что, кровотечения нету, что ли? Я здоров как бык или что? У меня там нога. Вот, нога поломана. Надо было сразу в него стрелять. Какой-то дурачок просто пришел, значит, на мое видео здесь.
так, я не знаю, выйдем мы, не выйдем. А с поломанной ногой, возможно, нам будет, ну вы поняли, да, нам будет жесть здесь. Приснится нам писец, это такой зверек. Карты у нас нету. Бинт я использовать не могу, почему, я не понимаю. Гвозди осмотреть могу, да, шапка туда-сюда, это что у нас такое? Дульный тормоз. У нас живот и левая нога, значит, та и правая нога у нас тоже плохо все. Да мы бежать не можем, мы еле идем, да? Поэтому выход искать будет очень сложно. А надо было сразу стрелять, Алекс, а что ты не стрелял сразу-то, а? Чё ты не стрелял по этому потерянному сразу? А он начал стрелять, да? А ты не стрелял. Но все равно, значит, прикончили. Значит, вот так вот я, значит, пойду искать выход, значит. Карты нету, ничего нету. И, походу, здоровье мое ухудшается постоянно, значит. До выхода мне не добраться, ребята. До выхода не добраться, это значит мой спасительный рассвет или закат. Ну, в общем, ты понимаешь, да? Ты понимаешь. Не забывай, дружище, меня и прожимать свой драгоценный лайк. Твой лайк. Я всегда ценю. Я всегда ценю. А с вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. Увидимся еще в Таркове.